FIFA 20 за геймплеем не будет Ювентуса. Новая версия знаменитого футбольного симулятора выйдет 27 сентября 2019 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. EA Sports представила геймплейный трейлер игры FIFA 20. В нем показали изменения по сравнению с прошлой частью. Новые стандарты, выходы 1 на 1, новую физику мяча и измененное завершение атак. FIFA 20 выйдет 27 сентября 2019 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Кстати, как сообщает Футбум, в новой части игры не будет туринского Ювентуса, компания EA лишилась лицензии на использование клуба в игре. Итальянскую команду переименуют в Пьемонте Калсио, а также изменят форму и домашний стадион. Причиной подобных изменений, которые еще ни разу не касались футбольных симуляторов, стал уникальный договор между Ювентусом и компанией Konami, производящей PS. Согласно нему, старая синьора представляет эксклюзивные права на использование своей формы. Название стадиона в симуляторе PES 2020.